совхоз Беляшевский, включили санкции. Лихая весть к надою утром подошла. Из интернета извлекла доярка Сашенька, по всей деревне эту новость разнесла. И председатель вмиг забрал правление. Что будем делать? Он поднял вопрос ребром. Ослабить как на нас заморское давление? Ушли в полемику управленческим гуртом. А на селе уже как будто взбрендили. Накрыли стол и гармониста притащил. Орали все, поднявши тост. Мы их уделали, своих буренок, как обычно, поддаем. Пока правление в догадках парилось, и с председателем штаны в конторе трет. В разнос веселья вся Беляшевка ударилась, покуда снова время дойки не придет. Эх, держись, моя деревня, знает нас в Америке. Вот пришло и наше время, сенаторы в истерике. Правление умное, с великой думаю, теперь на той сдать можно в магазин. Как соблюсти нам эту станцию заумную? Ведь неугодный наш совхоз всего один. А наши девушки оделись флагами и с триколором на румянистых щеках пустились в пляс в цветастых юбочках со стразами. И даже куры улыбались на плетнях. Совхоз со Скотником Ильей Демьяновым спор превратили в политический скандал. Совхоз орал, как русофоб, во всем виновен Крым. Но честь России умный Скотник отстоял. А гармонист лихой уже порвал меха. Буренки в стойлах недоемные ревут. Ну а правление в столичное звонит верха, узнать, за что на них америкосы прут. Эх, держись, моя деревня, знает нас в Америке. Вот пришло и наше время, сенаторы в истерике. Составить надо бы с конкретным действием ответный список наших смачных контрмер. Чтоб не подумали, что мы сидим без действия, повысим нашей базы кормовой задел. Пусть молоко теперь даже не снится им, а подлый доллар их нам вовсе ни к чему. Мы благодарны этой вашей глупой станции, которой дали вы рекламу молоко. Правление к вечеру родило мнение: дадим нам санкции, надоями ответ. Но доложил завхоз, что все уже в затмении, и даже Скотнику доить здоровья нет. И вот доить коров пришлось правлению, и в жестах Трампу угрожая кулаком. Пошли лечить родной совхоз от опьянения российским свежим санкционным молоком. Эх, держись, моя деревня, знает нас в Америке. Вот пришло и наше время.